Так, ребята, всем привет! Перед тем, как начинать тесты, решил немного рассказать о своем новом доработанном автомобиле Traxxas TRX Sport в кузове Гелендваген Mercedes G500. Конечно, вы все знаете, да, о том, что сам по себе Traxxas Sport, который, ну, так себе выглядит, поэтому решено было поставить именно этот кузов, копийность просто зашкаливает. Так, давайте быстро вкратце пробежимся. То есть, во-первых, что из самого главного, то есть AMG-шные колеса, которые безумно классно выглядят, как они ездят, вы, конечно, все уже знаете, то есть довольно-таки посредственно. Конечно, прокатимся, все это посмотрим, все это сделаем. Дальше, то есть здесь, во-первых, стоят зеркала. Прикольнейший просто пластиковый обвес, который сразу сделается. Здесь есть подготовка под цвет, как у крыши, так и спереди, и сзади. То есть давайте снимем, посмотрим. То есть вот так вот все это выглядит. Спереди можно поставить свет, здесь на крышу можно поставить свет. Ну и, конечно же, то есть сзади здесь тоже есть полностью подготовка под свет. Кузов просто обалденный. Ну и вот сама шасси. Да, тут уже сразу с аккумулятором, я говорю, как говорится, едем на тесты. То есть, во-первых, пришлось поставить подкрылки передние и задние. Ставится очень просто, старые откручиваются на те же самые места. Только не забывайте то, что для Мерседеса здесь необходимо дополнительно с подкрылками приобретается. Или есть в комплекте вот такая перегородочка, на нее ставится высокая именно шток для держания кузова. Он высокий, на спорте здесь идет короткий. Дальше, то есть здесь поставлены пороги в таким, так сказать, хромированным пластиком. Вот что это, просто пластик. Выхлопные трубы ну и, конечно же, передний нормально, и задний бампер. То есть теперь свесов у тачки нет, тачка будет рыться, копаться, все как положено. Вот, ну и площадка под аккумулятор передний, если необходимо это делать дополнительно, я так понимаю, это для света, либо еще какая-то площадка для чего-нибудь. Подумаем, как можно использовать. Вот, то есть, в принципе, никаких сильных доработок нет, но зато, да, что вы получаете, ребят, вспомните, да, внешний вид спорта. И как бы кто ни говорил, что сейчас много, да, этих мерседесов, но, ребят, честно скажу, мне просто безумно нравится этот кузов. Конечно же, оставлю его, это у меня надолго. Вопрос теперь самый главный: кому что интересно дальше, что лучше доработать, лебедки, свет, звук. Поэтому пишите комментарии, ставьте лайки, если вам интересны такие обзоры. Как я говорил, мерс теперь у меня на канале, и он постоянно будет с вами. Конечно, здесь нет блокировок, здесь нет, ну, так скажем, круиз-контроля, все это от спорта, но, ребят, самое главное, кузов. Мне кажется, все остальное вы редко будете использовать, поэтому погнали тестить, смотреть, как тачка гоняет. Всем спасибо, пока!